Реабилитированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Особенности вашего организма завершены. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon de falar, muchas gracias de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. По завершении каждого испытания, подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 2500-мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Идеально. Немедленно покиньте продолжительность излучения кнопки на организм не является частью данного испытания.
устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов – удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Номер 4. Вы делаете успехи. Отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи!